Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, мы продолжаем играть в FIFA Ultimate Team. И сегодня будет у нас эксперимент с составом. Я решил на время забросить немцев и попробовать поиграть АПЛ-кой. Так, сейчас немного физформу тебе дадим, Давид Луис. Так, я собирал вроде такой рандомный составчик, но почему-то у меня в итоге Челси получился. Ну, сами посмотрите, сколько игроков Челси получается у меня в составе. Центрального атакующего полузащитника прикупил Лэмпарда. И сейчас будем смотреть, на что он способен. Я люблю бить лонгшоты, а удар у него 85. Я думаю, посмотрим, как будет все это оправдываться. И еще экспериментирую с нападением. Это Бинтеки. Все говорят, что на Хуйтин забивал и все такое. Ну, не знаю, я его так испробовал немножко. Вроде да, забивает, но не сказать, что он настолько хорош, насколько мне его рекламировали. Но сейчас посмотрим, что из этого выйдет, и ищем соперника. Так, как видно, задержка у нас очень такая нихуёвая, поэтому иди-ка ты нахуй, будем по новой искать, наверное. А то играть с задержками, себя не любить. Опять он же попадается. Да ты заебал, блядь. Отъебись от меня, нахуй. Не хочу, блядь, с задержками играть. Да ты, блядь, издеваешься, что ли? Ты доебал меня, блядь. Отъебись от меня, нахуй, пожалуйста. Дайте мне кого-нибудь без задержки. Ну, пиздец просто. Неужели один человек всё лишь играет в такое время? Блять, я уже не знаю, что и думать. Опять мне его впаривают. Прикиньте, блять, ну сколько можно, блять, четвертый раз. Я даже вышел и зашел обратно. Блять, я все лишь хочу поиграть в FIFA Ultimate Team. Опять задержка. Прям все против меня, чтобы я сегодня поиграл без задержки. Просто пиздец, блять. Я уже сижу 15 ебаных минут, пытаюсь поиграть. О, неужели, блядь, неужели задержки нет? Так же, как же это прекрасно. Я так рад тебя видеть. Так, посмотрим на состав соперника, на Восипсит. О, бог ты мой. Просто капец, просто пиздец. Педро, Вильо, Бензима, Фабригас, ну нахуй. Состав выглядит как минимум устрашающий. Посмотрим, что будет на деле. И раз, два, три, поехали. Поехали. Шурли делает забросик на Бинтеки. Бинтеки, толкайся, ты, блядь, танк. Ты должен теперь всех расталкивать. Я тебя, в принципе, с такой целью взял. Ай-яй-яй, это уже мог на первых минутах закинуть мяч, но вратарь на месте. Угловой подает Фрэнки Лэмпард, собственно. И подает его крайне удачно Кэхилл, 1-0. Связка Челси сработала. 1-0. И это неплохо, это неплохо. Шестая минута, шестой номер. Как интересно получается. Ох ты, как неудачно. Уолкот полетел, полетел Уолкот. Ой, это. Что ты там пытался сделать? Что ты там пытался сделать, но ничего не получилось. Ай, ну как, Давид Луис? Выноси нахуй. Блин, как, какая защита. О, как же он меня сейчас простил, простил он, как же меня сейчас простил. Только я не понял, что там защитники делали в этот момент. Очень что-то как-то непонятно было. Да куда ты даешь, блядь, я не туда ж давал. Ну, что нам остается, кроме навесика?
Хуя себе вратарь. Чуть в ворота не залетел мяч. И Лэмпард. Лэмпард вешает и... Ох, сейчас мог быть еще 2-0, но... Хаби Алонсо на месте. Лэмпард подает снова. Ой, бог ты мой, какие вы... Какие вы опасные люди. Бентеке мог забить. Опять угловой. Опять угловой, опять Лэмпард. Опять Лэмпард и Бентеке. 2-0 Бентеке. Все-таки я забиваю. 4 или 3 угловых подряд было, и Бентеке вносит этот мяч головой. Что-то соперник разозлился, мне кажется, потому что полетел он моментально в атаку, и нет, выноси, нет, 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 выноси нахуй, выноси, блядь, выноси, блядь. Да кто-нибудь подбегите же ко мне уже. Ну, как же так неудачно. Уолкот. Уолкот на Паулиньо. Паулиньо, удари! Можешь! Можешь, но... Но все же не сможешь. Блин, Лэмпард просто охуительный игрок. Какие у него навесы! И сейчас я мог вообще 3-0 сделать и похоронить соперника. Вот сейчас свистнет. Да. Все, 2-0 после первого тайма. После первого тайма и посмотрим, что будет дальше. Нет, очень неудачно! Выноси нахуй! Блять, ну вот, да выебывался. Защитник у меня какую-то хуйню невнятную сотворил, и вот, пожалуйста, 2-1. Я очень люблю, конечно, после счета 2-0 пропускать, и это мой главный бич. Ну смотрите, Давид Луис, что делать? Ну, какой же ты отвратительный. Да заноси же ты, Бентеке, блин. Ну как ты сейчас не забил? Что, опять угловой? Штрафной? Что? Я виноват. А, я виноват еще? Охуеть, блядь. Ну, охуите, блин. Опять меня повалили, опять судья молчит. Просто прекрасно. Полетел Уолкот. Так... Ох, какой гол забивает Фрэнки Лэмпард. Я просто влюбился в этого игрока. Все, только Лэмпард будет стоять у меня в центр атакующей позиции. Просто невероятный матч проводит. Две голевые передачи, сам забил. Так, вы знаете, давайте я замену сделаю. Потому что Бентеке все-таки не тот игрок, который мне нужен. Пусть будет Старич. Так, Старич. Так, кто мне тут устал еще? Паулиньо устал. Но, к сожалению, Цопа у меня нету. Ну, можно Фернандиньо выпустить. Давайте Фернандиньо выпустим вместо Паулиньо. Так, и Кабоул. Кабоул, вроде правильно. Пусть Кабоул выйдет вместо Давида Луиза, потому что он лагает что-то в последнее время у меня, Давид Луиз. Состав у игрока выглядел намного страшнее, чем является на самом деле. Ну да, были моменты, он мог мне, в принципе, 2-3 раза забить, но все же я ожидал чего-то более... Страшнее, устрашающе, что ли. Нет, Уолкот, это не тот человек, который должен бить с таких позиций. На таком хорошем уровне. Смотрите, смотрите, что он делает. Просто берет и вводится со мной, проигрывая 3-1. Очень такой оптимистичный чувак. Смотрите, что он делает. Стоит просто на своей половине. Поля вводится со мной на 90-й минуте. Ну, видимо, он понял то, что уже все. Поэтому просто хочет показать мне свой охуительный дриблинг. Все это.
делая счет разгромным. И Старич заносит мяч головой. 4-1. Все, матч окончен. 4-1. Соперник оказался не таким уж страшным, как мне казалось сначала. О, бог ты мой. Просто капец, просто пиздец. Лэмпард, просто... Я не знаю, какая у него оценка будет, но оценка должна быть как минимум 9,8. О, смотрите, как я угадал. Прям 9,8. Прям как и думал, так и получилось. Невероятный матч провел Лэмпард. Один мяч забил и две голевые передачи. И вы только посмотрите на эту великолепную статистику. 5 побед подряд, 19 очков, титул выигран. Это при том, что у меня еще в запасе оставалось 2 игры. Практически 100% результат после неудачного сезона прошлого. Такие дела. Всем спасибо за внимание. С вами был PandaFX. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Я их постоянно читаю. Постоянно читаю, пишите свои отзывы, что я делаю не так, что я делаю так, что хотели бы видеть, что бы не хотели бы видеть. И все в этом стиле. С вами был PandaFX. Всех люблю. Всем добра. Фу на си, блядь!